Звезда КВН, блиставшая в команде «Город Пятигорск» Ольга Картункова, поделилась в Инстаграм портретом своей 18-летней наследницы Виктории. Дочь актрисы, сбросившей недавно 61 килограмм, потрясла пользователей сети своей красотой и стройностью. Подписчики юмористки, потрясенные привлекательностью и стройностью ее дочери, принялись оставлять восторженные комментарии. «Такая же красотуля, как и мама. Какие у вас красивые дети. Очень красивая девочка. Оля, у тебя самый лучший ребенок». Засыпали комплиментами именинницу пользователей сети. За последний год Ольга заметно похудела. Вместо 151 килограмма теперь она весит всего 90. Добиться столь впечатляющих результатов актрисе помогло правильное питание. Ольга признается, что теперь старается есть по 5-6 раз в день, в основном фрукты, овощи, куриную грудку.